Добрый день, представляем вам лот. Это ветровки из Канады, качество крем. Ветровки разные. Так, первое, вот такая вот шикарная шубка из искусственного меха, размер М. Ну, смотрится изумительно. Вот здесь вот в виде тюльпана сделана юбочка. Мне кажется, очень красиво. Ветровка мужская, размер XXL. Внутри она на подкладе. Очень легкая такая. Ветровочка женская, размер здесь, я думаю, что это S, тоже очень легкая. Вот такая интересная ветровка, здесь запах и на замочке, внутри флис. Здесь есть кармашки на замочках, вот такой вот скрытый тоже немного кармашек. Очень интересно, прямо ткань сверху тоже приятная такая, размер здесь M. Так, ветровка. Ветровка очень тонкая, замочки все работают. Размер М, похоже на джинсовку, но намного тоньше. Прямо летняя такая. Так, курточка, она у нас с подкладом идет. Я думаю, что размер здесь L, замочки здесь работают. Да, работают. Очень легкая тоже такая, невесомая. Еще одна ветровка, тоже очень легкая. Размер здесь, я думаю, что L. Вот легонькая. Здесь пиджак 24 размер, без карманов, такого пиджачного, с подкладником, ой, с подплечниками, простите, с подплечниками. Вот такой вот пончо, посмотрите, очень интересно, прямо завернулись, как в пледе, и вам будет очень-очень тепло. Здесь размер М, но я думаю, что в принципе при желании можно и, потому что пройма очень большая, вот. Для теплого-теплого вечера. Так, вот такое интересное пальто, размер L, написано Буффало. Оно на подкладе. В каком плане здесь пристегивается воротничок? Он вот на таких вот пуговочках. Здесь небольшой дефект того, что просто чуть-чуть оторвалась кнопочка, но ее пришить вообще не составит никакого абсолютно труда. Так, вот такое вот пальто, тоже для любителей пальто такого стиля. Ветровка женская, размер здесь 4 написан, мне кажется, это M размер, M, очень тоненькая. Вот такой плащ, женский уже плащ, конечно же, на кнопочках, на молнии, он утепленный. Здесь размер, я думаю, что это размер XL даже, вот с таким воротничком. Отстегивается мех, отстегивается сам воротник. В принципе, приятная такая ткань, как микрофибра. Раньше такая была. Так, ветровочка тоже очень тонкая. Размер здесь Элена без подклада, очень тонкая. По типу штормовки здесь все затягивается на кнопочках и с капюшоном. То есть на такой летний вечер. Вот такой классический плащ, прямо шикарно выглядит. Здесь есть, здесь отстегивается даже подклад. То есть он может быть как летним, так и, собственно, демисезонным. Очень красиво выглядит. Посмотрите, насколько все качественно сделано. Молнии скрыты. Карманы. Вот, очень красиво. Размер, я тоже думаю, что где-то XL. Но смотрится шикарно. Далее у нас есть вот такое вот полупальто, тоже в виде ветровки. Очень красиво смотрится, луфт. Размер 4, но это размер где-то S. Тонкая-тонкая такая материя, в принципе, выглядит как пальто, но тонкая. Итак, еще одна куртка, она по типу спортивного, на подкладе. Подклад хлопчатобумажный. Я думаю, что это размер LXL. Вот здесь капюшон вот так вот делается высоким капюшон, то есть если вы на каком-то экстремальном отдыхе и ветер, можно все это закрыть. Вот здесь вот прикрепляется на липучку. Карманы защищены, здесь молния есть. В общем, такая непромокаемая ткань, очень плотная. Еще одна спортивная куртка, здесь тоже хорошая ткань, прямо плотная. Внутри флис, размер M здесь. Замочки все работают. Вот здесь даже есть дополнительный замочек для каких-то мелочей нужных. Неплохая, такой еще цвет, вас отовсюду заметят сразу же, если понадобится помощь. Так, здесь куртка, она без подклада, тоже такой баллоневый. Здесь вот кармашек, как вы видите, все замочки работают. Это даже как кофта. Здесь флисовый воротник, размер M, но она полностью не расстегивается. То есть как
Кофта такая сделала, очень интересный вариант, она очень легкая. Под курточку одевать, думаю, будет самое то. Так, L размер на подкладе, здесь курточка сделана под замшу ткань, но это, конечно же, не замша, а намного легче. Вот такой классический пиджачок, он из Балони. Так, размер Тайфун, тоже размер здесь, я думаю, что это M размер, тоже такой легкий достаточно. Куртка, она более утепленная, размер 48. Вот такая вот классическая, с кармашками, кармашки на замочке. И ветровочка, очень красиво, эффектно смотрится, сочетание беж и белый, прямо шикарно выглядит. Так, это Джорджи, все-таки это фирма, 2X написано, но выглядит как на L-ку прямо выглядит. Причем материал, знаете, такой не совсем балонь, а как между балонью и тканью очень красиво смотрится. Здесь еще можно перестегнуть, убавить немножечко рукавчик, высокий воротничок. В общем, куртка, прямо ветровка очень даже себе и хорошая. Итак, подробности об этом лоте можно посмотреть под видео. Спасибо!